Камера. Значит, проехались мы по улице Притыцкого, которую ее только недавно открыли, отремонтировали. Конечно, огромное спасибо, все сделано классно. Немножко, конечно, пугает качество работы, потому что не знаем, если выпадет снег и хорошие дожди, как это потом все останется, будет оно лежать или нет. Я видел, как вот, на перекрестке Притыцкого и Чернышевского делали прилепочки к тротуарам, сделали, ну, видно, не успели сразу сделать по-человечески тротуары, но тем не менее, если со стороны Притыцкого сделали прилепки везде, то почему-то уже с той стороны Чернышевского, со стороны рынка, где ритуальные услуги, почему-то уже ничего не сделали. Неужели так тяжело было эту машину Тайфун подогнать и уже досыпать везде, чтобы выровнять это? Если я не ошибаюсь, примерно полгода назад, когда сдавался вот этот дом для многодетной семьи, сюда приезжали все руководители города и так далее, было открытие, вот этот участок дорожки строился и новые тротуары. Ну, конечно, это было очень приятно, потому что вроде бы частный сектор, так все красиво сделано и так далее. Но оказывается, через некоторое время у нас уже начинаются косяки в таких же тротуарах. Мы только что были на улице Притыцкого. Да, конечно, огромное спасибо. Тротуары сделаны шикарно. Съезды тоже. Но неужели они могут точно так же стать такими же через каких-то полгода, как вот это, такие же тротуары, как вот новый тротуар, который вот мы только что, говорю, смотрим? Улица Светлова, наверное. Да, это улица Свердлова у нас. Точно? Светлова. А вот Свердлова, да, 30. Понял.